Всем привет! Сегодня у нас будет обзор и прокачка Дрейка на максимальный урон. Дрейк будет такой вот с богом войны, а рунами у него будет стоять Бастион для теста, ну и плюс Ангел. Давайте даже не... Хотя, в принципе, пусть будет Ангел, будет дольше выживать. Так, ну давайте потестим его так, посмотрим, какая у него сборочка, что он из себя вообще представляет. Атака до 10 тысяч, жизни, как видите, он танк, 273, скорость атаки 1200, скорость движения 300, ну, более-менее нормально. Так, 10 скилл, наносит 180% урона 10 случайных целей, оглушает на 1,5 секунды кулдаун, 2,5, также снижает получаемый урон на 90% по себе. То есть 2,5 секунды с 3 он нормально дефит. Реанимация 5 уровня, то есть быстрое восстановление энергии. Очень быстро набирает энергию. Бог войны плюс 90% атаки. Питомец ангел будет. Рунами, как я говорил, бастион, артефакты, топор. Победный выпад стоит 5 с 5 созвездиями. Он уклонение, крит. Так, ну поехали потестим его в рейде, посмотрим, какой он вообще там урон наносит. Вот он ударил, 1,5 секунды, ну урон неплохой. Сразу 10 целей, много используют ее на битве гильдий. 295 тысяч, ну шмаляет неплохо. Да давай бей уже. До 100 тысяч. То есть рандомный урон как-то странно. У героев всегда рандомный. 143, 272. Малышник начал бить к своим умениям. Ну все, сейчас череп нас просто сольет. Так, ну давайте еще один рейдик посмотрим. Ничего, такой урон. Хорошо, смотрим, какое у нас будет изменение на одиннадцатом, двенадцатом скилле. Так, 11-й Дрейк. Биография, облики. На десятке я уже читал. 11-й плюс 20% получается. Плюс одна цель, плюс 0,1 секунды оглушения. Тоже неплохо. Ну и в принципе все. На 12-м плюс одна цель, 0,1. И тоже все. То есть по сути добавилось плюс 2 цели, немножко урона, ну и плюс атрибуты. Ну что, поехали, 11-й будем качать. Где там наша судьба? Капитан Дрейк есть, 11-й есть. Побежали. Посмотрим. Так, на юнитах неинтересно смотреть. Все уже готовятся к битве гильдии, что ли? Ой, как хорошо. 200 по Купидону пришло.
Ну, я вам скажу, неплохо. Ну и быстро убивают с таким талантом. Интересно было бы посмотреть на отражение. Как ему будет отражение идти. .258, это уже поинтереснее. Сразу 11 целей. 237, ну, мне побольше даже нравится, чем Рэсик. Так, 105, 137, его заблочили. И подбежал череп. Ну и все, до свидания. Да... Эти черепа могут. Так, это был Минотавр. А вот это Дрейк. Опять по юнитам бьет, ну. Ну, урон, видно, заметно сразу прирост. Это очень хорошо. Давай, бей. Вертолетики не дают ударить. Как-то странно. Криты меньше, чем обычные удары. Где же стабильность? Все, завалили нас. Еще один райдик и идем дальше качать на 12. Тут опять юниты, сейчас спремся. Так, вот тут вроде нормально. $120,000, 195, ну, как-то так относительно, 83, но это надо учитывать то, что без бафов. $195, 126, 100. Знаю. Средненько пока что. Тратить на него кулаки ради увеличения немножко атаки и целей смысла не вижу. Так. Так. Качаем 12. Опа. Значку почета нам не хватило. Да здравствуют книги. Точнее не книги. Книги мы пока оставим. У нас тут есть запасы где-то. А где они? Так, вот есть. Так, улучшить. Побежали дальше. Давай. Минус 2 Дрейка, и он у нас уже 40 уровня. Красавчик просто. 12, 12, 8, 8, 35. Бастион. Ну все, сейчас он должен просто их рвать в рейдах. Но это не точно. Так. Опять стрелок. Ну, 400 000, вот. Это уже куда. Куда получше. Так, понятно.
Да, на 12 уже прирост заметен хоть. Смотрите, как четенько стелет. Правда, все равно не могу понять, почему такая разница по одному и тому же герою. Вот же стабильные прописанные проценты, а не до. Все равно он дамажит рандомно. Так, 100, 227. Обычный. Ой, хорош. Мне он уже нравится. Триста пятьдесят пять по Минотавру. Еще 350. Но тут как-то получше будет. 150, 100. Ой, хорош, 415. Ну, вообще чётенький. Афину там практически все, он ее снес с двух залпов. Супер. Стан немножко увеличился, тоже, в принципе, неплохо. Так, вообще непонятно. Еще раз непонятно, все мимо кассы. 287. Да, на 12 он все-таки раскрывается совсем по-другому. Да, учитывая количество 12 целей и такой урон, ему остается просто выживать. И все, он все полностью нахрен раздаст. 322 обычный удар. Хорош. Ой, очень хороший. Смотрите, что он делает. Он просто их... Это жесть, ребят. 12 целей, это просто жесть. Плюс такая атака. Круто. Очень круто смотрится. Да тут пока Фрай его убьет, он половину героев раздаст. С 57% набрал. Да блин, у него реально приличный урон и куда покруче Араса с БВшкой. Я не знаю, почему такая разница. Посмотрите, какой урон. Процентов, охренеть. Тут реально такой урон. Сейчас просто любой герой его заденет, и он полностью снесет здание. Офигеть. Как на битве Гитли против такого выстоять? Он в любом случае здание добьет. Плюс две цели. Да.
Так, ладненько, еще тут тестируем. Да уже даже если взять 220% урона каждой цели, там 220 тысяч, точнее, смотрите, да он просто все здания шатает с плюшки. Офигеть. Вот это моща, я вам скажу. Ну-ка тут запустим ради интереса. Ай, заборчик. Ну смотрите, башни сносит, нефиг делать. С одного залпа. То ли мне показалось, то ли там 400 с лишним урон был. Охренеть. Просто охренеть. Ну, убился об хранителя. Ну, 50% набрал. Круто. Ну, вот такой вот у нас герой получился. Не знаю, пишите в комментах, как вам такая сборочка, такая прокачка. Ну, как по мне, реально получился неплохой герой. Правда, никаких интересных бонусов у него не появилось, но смотрится очень достойно. И использовать можно будет на той же БГА, в той же, в том же самом лабиринте. Да. Хорош, хорош. Все, подписывайтесь на канал. Всем пока.